встречи с прекрасными музыкантами, звездами мировой сцены. Ну что ж, друзья, вот и снова Новый год. Похоже, уже стало доброй традицией, что мы праздничные выпуски программы «Рандеву» записываем в Новосибирском театре оперы и балета, рядом с легендарной красавицей Ёлкой. Сегодня гость эфира Артём Пугачёв, артист яркий, невероятно талантливый, востребованный. Мы говорим о театре, о жизни и вот так неожиданно о кино. Артём Пугачёв, ведущий солист балетной труппы «Новата». Лауреат Всероссийского конкурса, лауреат и дипломант международных конкурсов. Окончил Академию русского балета имени Вагановой, был солистом Астраханского государственного театра оперы и балета. В труппе Новосибирского театра оперы и балета с 2018 года. На сцене театра исполнил около 20 сольных и ведущих партий. В этом году состоялся экранный дебют артиста, сериал «Балет», режиссер Евгений Сангаджиев. Артём, здравствуйте. Здравствуйте. Встречаемся с вами в преддверии такого красивого, важного праздника, для многих любимый праздник в году, Новый год. Скажите, пожалуйста, какие традиции были в вашей семье, в вашем детстве, как вы встречали Новый год? Да, и тут даже ёлка стоит. Спасибо большое. Самое красивое. За приглашение. Насчёт традиций, наверное, самая главная традиция была, это Новый год для меня — это семейный праздник. И всегда старались встречать его в кругу семьи. И самое хорошее воспоминание у меня лично, именно когда получалось выбраться с родителями еще там, к бабушке. Там у меня братья, крестные, все. Большой круг. Да, большой круг. Людей. И мы там могли... Вот это самые, наверное, были такие памятные для меня праздники. Потом, конечно, когда я уже стал жить один и стал постарше, наверное, был какой-то период, когда хотел я больше потусить и повеселиться, не без родителей, без семьи. Но сейчас, когда у меня уже появилась своя семья, уже и дети, для меня это как-то вернулось опять вот именно в какую-то традицию. Хочется, конечно, проводить это время именно с близкими. А какое коронное блюдо на вашем праздничном новогоднем столе? Такой вопрос, знаете, с подвохом для артиста балета. Обычно все думают, что вы питаетесь только эмоциями, но максимум еще мандаринами. Ну, дома вот для моего папы это холодец всегда. Да. Наверное, для меня я очень люблю селедку под шубу, и всегда, когда домой приезжаю, папа делает для меня ее. Либо мама. Есть папа на работе. Вот. Ну и сейчас, наверное, тоже. Жена тоже делает именно этот салат. Очень такой вкусный, праздничный, он такой яркий. Наверное, это самое, да. И всегда есть. Хорошо. Подарки под елочку. Соблюдаете традицию или... Ну, теперь соблюдаем, да, теперь дети, и, конечно... И в ваш дом вернулся Дед Мороз? Вернулся. Который приносит подарки под елку. В том году еще его не было, конечно, потому что все-таки сын вот старший, который еще маленький был, не понимал. В этом году он однозначно уже будет. Ждет. Однозначно уже придется что-то придумывать, потому что... Ну, это, конечно, это интересно. Волшебство. Да-да. Вроде бы я и сам все понимаю, что, конечно, мы этого... Все знаем, да, мы все знаем. Откуда подарки. Да. Но появился какой-то такой, знаете, интерес именно за его реакцией смотреть. И хочется как можно вот это все сделать интереснее, праздничнее. И теперь это появилось опять, да, в моей жизни. Про семью еще поговорим, а сейчас давайте сделаем шаг в сторону работы. Для артистов, для востребованных артистов, конечно же, декабрь – это всегда жаркая пора. Вот такое вот, да, здесь получается противопоставление, вариант – декабрь, но жара. И у вас тоже в декабре собор Парижской Богоматери, Спящая красавица, Щелкунчик, спектакли потрясающие, красивые. Конечно, безусловно, они очень разные, и вы в них разный. Расскажите, пожалуйста, вот относятся ли они к вашим любимым работам? Насколько интересны, и как вы себя ощущаете в каждом из этих спектаклей? Собор Парижской Богоматери, Спящая красавица и, конечно же, всеми любимый Щелкунчик. Ну, Щелкунчик Григорович я еще не танцевал. Именно «Принца», это будет у меня премьера. Я исполнял две другие партии, «Дрессельмейера» и «Короля мышей» на премьере танцевал.
до принца вот добрался. Надеюсь, не последний раз. Конечно. Вот. Партии, так, ну, они разные. Это несложно назвать какую-то вот любимую, что какая из них больше нравится. Все интересные, все разные. И это, слава богу. Если бы все было одинаково, знаете, у меня вот я в основном в театре нашем танцую принцев. И иногда это, конечно, поднадоедает. Я не жалуюсь, я очень люблю все спектакли, но вот эти вот образы того же самого Феба, либо Краса, Конрада. Когда другие краски характера можно, да, 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 проявить. Можно разгрузиться, достать что-то другое из себя, потому что все-таки принцы, графы, они немножко... Вот, благородные. Ох, да, слишком. Бывает, иногда даже замыкаешься в образе и перестаешь что-то искать, перестаешь что-то... Вот, сделал для себя какую-то вот структуру, и по ней идешь. И какой-то был у меня период, когда я в этом замкнулся, и потому что танцевал только принцев. И, конечно, вот было сложно потом перейти на что-то новое. А в такие моменты бывает у артиста, ну, какой-то страх, сомнение, а вдруг завтра вот дадут другую партию, которую я хотел бы, а вдруг сразу не получится, уже настолько я хороший принц. Да нет, всегда хочется. На самом деле мы артисты очень голодные до этого всего, до творчества, до экспериментов. До экспериментов, до новых партий. Бывает такое, что наоборот, ты хочешь, и тебе говорят, что да нет, ты к этой роли не подходишь, а вот доказываешь, что ты там пытаешься, там, с педагогом работаешь, потом показываешь, потом опять работаешь, еще раз показываешь. И вот с борьбой по-разному. Какой вы по характеру? Вы истинный? Ой, сложно сказать. Принц? Наверное, я точно по характеру не принц. Наверное, я не смогу найти какой-то образ, роль из моего репертуара, который вот именно будет мой характер. Где-то всего по чуть-чуть. Знаете, даже в «Красе», когда я исполняю эту партию, я достаю какие-то вот именно свои какие-то отрицательные, наверное, качества. Угу. Которые там на руку. Которые там на руку, да. Не хочется их показывать в жизни. А там это можно сделать, и это... Получить аплодисменты и спектакль украсить. Да, вроде бы и это для работы, а вроде бы и ты же сам получил удовольствие, потому что можно было выплеснуть эти эмоции где-то. Интересно. Вот эта магия перевоплощений вас привлекала в театре? Или все-таки в первую очередь сам танец и сам балет? Это как я пришел, получается, да, в профессию? Ну, давайте, да, давайте так рассуждать. Про танцы всегда были со мной с 3 лет, и я занимался много чем абсолютно, и спортом, и художественными каким-то, и музыкой, и до сих пор. Но танцы были всегда, и как-то это стало каким-то вот этапом для меня, что можно было выбраться из своего города, поехать учиться в Санкт-Петербург, поэтому и просто попробовали с родителями. Получилось, и вот это было, наверное, какое-то для нас, не знаю, окно какое-то вот в... Окно возможностей, нормальный город, да, нормальный какой-то. Да не просто в Санкт-Петербург, а легендарное учебное заведение, Академия русского балета имени Вагановой. Не каждый может мечтать даже о таком, не у каждого получится поступить. А мне у вас... очень повезло, на самом деле, потому что именно балетных данных для танцовщика у меня очень мало. Как? Повезло, вот, к сожалению, физических именно данных у меня немного. А... Повезло тем, что у меня просто рост хороший, длинные ноги, ровные. Так, а еще что нужно? Для танцовщика, для мужчины нужно иметь хороший прыжок, вращение. Ну, естественно, растяжку, все это, но... Нужно иметь от природы? Или этому можно научиться? Это все развивается, но выше своей физики не прыгнуть, к сожалению. И угу. У каждого есть свой предел, с ним можно работать. И... искать какие-то подходы, варианты, именно даже, там, допустим, ракурсы, если там ноги бывают не очень ровные, надо ракурсы искать, например. Если не получается, допустим, высоко прыгать от природы, нужно искать какие-то подходы другие, например. Mm-hmm. К счастью, мне повезло с педагогами, и у меня хорошие педагоги были, которые мне это, с этим помогли очень сильно. Тяжело было учиться? Тяжело, но интересно. Детства, скажем так, совсем не было. Улетучилось. К сожалению или к счастью, я не знаю. Наверное, может быть, даже к счастью. Даже так. Потому что не было времени просто, скажем так, вести себя плохо. По гаражам шляться, там, не знаю, какую-то компанию себе неправильно искать.
все время был занят, и слава Богу. Артем, хотим узнать о ваших близких. Расскажите, пожалуйста, из какой вы семьи и какие профессии представлены вот в вашем ближайшем окружении? Ну, из семьи отец у меня военный, он сейчас на пенсии, летал на вертолетах, майор ВВС. Мама у меня воспитатель в детском садике и психолог детский. А так вообще вся семья, кто вот, если бабушки, дедушки, тети, это все учителя. Да. Как хорошо, физики, как интересно. Математики. Да, но вы обречены были учиться только на пятерке и быть таким послушным. Ох, нет, нет, совсем нет. К сожалению, эти предметы для меня были закрыты. Наверное, я думал, что навсегда. Мне только брат мой помогал, двоюродный, с ними разобраться, особенно с физикой. Ага. Вот. А так все, сейчас все балетные. Жена балетная, артистка тоже в нашем театре, солистка. Ну, дети пока определяемся. Хорошо. Сейчас ваши близкие вами гордятся? Надеюсь, что да. Вы это чувствуете? Надеюсь, что да. Хотелось бы, чтобы гордились. Я очень стараюсь для этого все делать. Угу. Поддержка семьи была сразу оказана? Вас не отговаривали? Нравилось близким, что вы вот человек искусства? Были, конечно, моменты в плане того, что артисты там мало зарабатывают. Этот вопрос поднимался, конечно, в семье, когда уже ближе к выпуску обстоял, что нужно куда-то учиться идти, что-то, какую-то еще профессию дополнительно получать. Вот. Но как-то я в 17 лет я уехал из дома уже в театр, и как только я вот собрал чемоданы и все, из дома исчез, этот вопрос пропал навсегда. Но с момента моего обучения, когда я поступил в академию, на самом деле столько, сколько сделали мои родители, это вот все благодаря им. Отец перевелся, он бросил работу там, потерял как бы звание. Ну, в общем, много всего произошло. И родители, конечно, они все сделали для того, чтобы вот я находился здесь, был в профессии, получал ее в хорошем месте, искали репетиторов, оплачивали. То есть, ну, вклад серьезный. Поддержка была просто невероятна. Я сейчас немного это даже... А им как приятно слушать будет, представляете? Стало. Да. Нет, я... Это было очень... И чем старше становлюсь, тем больше я это понимаю. Да. А довольны ли вы сами сегодня? Как складывается ваш путь в творчество? Да. Скорее да, чем нет. Я очень благодарен. Я очень счастлив, на самом деле, что я нахожусь в этом театре, что я служу именно здесь. Даже не представлял, что я окажусь артистом, тем более солистом, тем более, что я стану премьером, буду танцевать за главные партии в, можно сказать, на третьей сцене страны. Да. И да, я доволен. Конечно, для арт, ну, всегда мало, всегда хочется большего, всегда я ищу варианты для роста, потому что остановиться на достигнутом — это просто зарубить вообще все, весь свой путь. Ну да, и... потому что все остальное вокруг тоже будет развиваться. Ты конечно. Чуть остановишься, ты уже отстал. Конечно, да, абсолютно. И нужно всегда искать развитие. Я езжу на какие-то гастроли по приглашениям в другие театры, в общем, на фестивали. Это все стараюсь. И здесь тоже, конечно, стараюсь развиваться. Новые партии, новые образы. И театр, конечно, не останавливается ни на минуту. Вот сегодня мы общаемся, а здесь жизнь кипит, и вот на сцене сейчас идет репетиция очередная, поэтому эти звуки искусства тоже врываются в нашу беседу. Сразу после окончания академии в 2012 году вы поступили на службу в Астраханский государственный театр оперы и балета. Я посмотрела в интернете, здание потрясающей красоты, новое совершенно. Оттанцевали вы там 6 сезонов до 2018 года, а затем, ну, кстати, важный тут еще момент, вы успели стать и там тоже одним из ведущих солистов балетной труппы, а затем принимать решение сменить театр, сменить город, сменить окружение, сменить климат, в конце концов. Как это решение было принято? Вы получили приглашение в этот театр? Очень легко это решение было принято. Да? С большим удовольствием. Ну, знаете, на самом деле, я очень благодарен этому театру, руководству. Очень много для меня было сделано там. Просто сложилась такая ситуация, что, ну, опять же, всегда нужно куда-то расти. И я там, в том театре, я понял, что дальше роста у меня никакого не будет. Там на меня уже смотрели, а мне
хотя я понимал, что это не мой предел. Я хотел, да, не молодежь как бы учить, а идти и самому еще дальше учиться и расти. И руководство абсолютно, скажем так, поддержало эту идею. Угу. Константин Семенович Уральский, да, он всегда относился с пониманием ко всем таким моим шагам, назовем так, конкурсы, все поддерживал. И, конечно, без этого этапа в моей жизни ничего бы и не было, угу. наверное. Если бы я сразу пошел, приглашений было много после училища. Если бы я пошел там в Мариинский театр, я бы, наверное, может быть, в кардебалете бы и остался там. Потому что шансов там меньше. Чего-то добиться. Стратегия в балете тоже очень важна. Скорее, ну это тоже, но скорее удача. Вот как. Мне кажется, именно так. Оказаться в нужное время, в нужном месте. Mm-hmm. Я думаю, это везде так. И быть готовым этот шанс сразу да, принять. Да, естественно, долго быть готовым. Долго не думать. Конечно, когда тебе падает шанс, нужно успеть его ухватить. Ну, элементарно просто прийти в этот театр, и чтобы мне сразу начали давать танцевать сольные партии, мне нужно было 6 лет в Астрахани для этого себя мучить и там расти. Чтобы я приехал с какой-то базы и ну, просто предложил, скажем так, себя и вот то, что я умею, и это казалось нужно театру. Каким был ваш первый выход на сцену здесь, в Новосибирском театре оперы и балета? Вообще самый первый или самый первый? Самый первый. Ой, слушайте, я танцевал в «Золушке» под «Играс». Это на две или на 5 минут такая абсолютно ходячая партия. Так. Я приехал сюда и начал с кардебалета, можно сказать так. Ну, мы поступили как солисты, но я перетанцевал и характерные танцы многие, и вот выходил абсолютно вот в вальсах. Mm-hmm. То есть здесь я тоже успел пройти все step-by-step, постепенно. Да, все постепенно. Сразу ли, легко ли вам удавалось влиться в новый коллектив? В предыдущем театре, здесь. Это вообще сложно? Мне кажется, очень. Это, да, это сложно, но в том театре коллектив был собран изначально, то есть я пришел туда, когда театр только зародился, можно сказать так. Все были молодые артисты, мы все познакомились, было все легко и просто. Здесь уже сформировавшийся коллектив, все уже друг друга знают, и, конечно, новые артисты, самое, когда да, приходят. Звание новичка. Да-да-да. Это очень сложно. Нужно, в общем, не оступаться, скажем так. Правильно себя просто вести. И, наверное, быть собой, просто быть открытым, какой ты есть. И люди, не знаю, у меня такое правило жизни, быть проще, и люди к тебе потянутся. Вот так вот. Так и получилось. Здесь коллектив замечательный, артисты очень хорошие. И самое главное, наверное, почему здесь так тепло и душевно, все семейные. Угу. Здесь очень много детей. Коллектив здесь замечательный. Так что все... Все сложилось. Да, все сложилось. Что вы считаете главным в своей профессии? Здоровье, наверное. Но если именно выход на сцену, то, наверное, искренность. Надо быть честным на сцене. А что самое сложное, самое трудное, что приходится преодолевать в этой профессии? Для меня самое сложное – это, наверное, сам танец. Да, мне, к сожалению, очень тяжело дается техника, именно мужская техника, танцевальные прыжки, все. И я очень много над этим работаю. Наверное, для меня это самое сложное. Эта профессия тренирует характер помимо тела? Ну, я думаю, что однозначно да, но это же как бы как качество, оно либо есть, либо, наверное, нет, мне кажется так. Бывают люди без данных, добиваются чего-то, а бывают люди, которые им вроде бы все Бог дал, а они просто вот не хотят. И я, бывает, смотрю на таких людей, мне так жалко. Спустили все на воздух, да? Вообще, мне так жалко смотреть, я... Вы это замечаете, да? Ну, это видно всегда. Посмотрела фото у вас на странице в социальных сетях, мне кажется, вы на самом деле всегда окружены людьми, которые вам улыбаются, вы улыбаетесь. Наверняка у вас очень много друзей, ну, по крайней мере, поклонники точно имеются. Вы общительный? Даже, наверное, чересчур. Да вы что? Наверное, да. Ну, опять же, я стараюсь быть проще. Откуда вот эти прекрасные предметы, сувениры, подарки, записочки, открытки? Тут я вижу много на иностранном языке. Да, тут это все, практически все от поклонников. К
кто, ну, присылают либо там цветы, либо шоколадки, либо что-то, вот подарки, либо просто там книги бывают. И вот оставляют записочки с пожеланиями и с какими-то приятными, в общем, вещами. И я их недавно стал собирать. Конечно, это, конечно, как, это очень важно. Решил, очень что приятно, это все-таки, да, лучше как-то их вот в одно место собрать, и пусть они лежат вот в коробочке из-под конфеток. Наверное, это самое приятное после выступления, когда даже, наверное, не цветы и что-то, а вот именно слова. Да еще от руки написанные. Тут какой-то бисерный, невероятно мелкий почерк. Вы читали, смогли прочитать, что конечно, там написано? Да, у меня, слава богу, пока зрение хорошее, я справляюсь. Нет, давайте. На самом деле... Прочитайте, пожалуйста, интересно. Ой. Так. А операторы потом подснимут, потому что там реально очень-очень-очень мелко написано. Прям все читать? Вы покраснели. Ну давайте, передайте содержание. А, кстати говоря, это, по-моему, даже не мне, это, по-моему, Настя написали. Вот это моей жене написали. Там тоже приятно, понимаете? Давайте какую-нибудь. Давайте. Это тоже у нас общая корзиночка. Угу. А вот большое спасибо, вот точно видно. Это после мастер-классов я летал в Японию. У нас есть проект с другом. Собственно, он солист нашего театра Кохей Фукуда. Угу. Он японец. И у него проект по обмену культурой русской и японской. И вот мы по этому проекту ездим и даем мастер-классы деткам в Японию. Именно балет. Вот летали в этом году вместе с Ольгой. Там ценят мастерство, да, и школу русского балета. Конечно, да. Там очень востребовано это. Угу. И даже несмотря на ситуацию, которая сейчас у нас происходит, все равно это на искусство для них влияет. Очень важно. Да. И это очень приятно. Вы начали комментировать, я вас перебила. Там на фотографии на это изображены. Скажите, пожалуйста. А, вот, собственно говоря, я, Ольга, Кохей, бывший наш солист Коя Акава. Угу. Он сейчас уже в Японии, у него там уже детки. А это дети, студенты. Ну, это маленькая часть, такая просто фотография, распечатал угу. мальчик вот этот. И от него вот такое приятное там, принес, да, благодарность. Да, на русском языке. Спасибо на русском языке. Ну, старался, выводил буквы. А это оттуда же или что-то да, уже это другое? Уже, это мои друзья... Тоже из Японии, мне оставляют там сзади надпись есть, в каждой какие-то пожелания. О! В Японии это такая традиция, они возле храмов вешают, пишут пожелания свои на дощечке и вешают на специальном месте возле храма. И должно это исполниться. Но так. Я, как бы, мне друзья вот писали на память просто, чтобы я увез. Ну, я надеюсь, все их пожелания, вся вот эта энергия добрая, она вся... приумножилось в вашей жизни, все, что желали, все исполнилось. Скажите, пожалуйста, какие-то курьезные моменты в профессии случаются наверняка? Есть какая-нибудь конечно. История, парочка, которую сегодня можете вот так легко вспомнить и нам рассказать? Ну, я падал на сцене. Так. Да, и самое... Это все-таки курьез? Самое курьезное это было, когда я упал на поклонах. Как это могло произойти? Я не знаю, у меня какой-то был блок спектаклей подряд, я так устал. Я отработал спектакль, это была, слава богу, это была не главная партия. Я танцевал Париса в «Ромео и Джульетте». И у меня что-то было, я не помню, ну я не буду оправдываться, просто вот так случилось. Я поклонился и развернулся, чтобы отойти на свое место, и запнулся ногами, и все, и упал. Так. Прям... Ну, момент вы, конечно, оживили, я так понимаю, еще больше оваций. Ну, артистам было точно весело, потому что я когда поднялся, я видел, что там сейчас все просто в слезах уже стоят, давятся. Ну, я тоже. Это было очень весело. В детстве как-то это все было так страшно, что упасть на сцене, а сейчас главное ничего не травмировать, просто потом вспомнить со смехом. Артем, но сцена — это, конечно, то пространство, вы сейчас вот подтвердили своим рассказом про курьезные случаи, где дубли невозможны, в отличие от кино. И киноопыт тоже есть в вашей практике, в вашей карьере. Вот в этом году вышел в свет, на суд зрителей был представлен сериал «Балет», режиссер Евгений Сангаджиев, работа эта велась несколько лет, и вы там тоже... исполняете одну из главных ролей. Вы играете в молодости главного героя, так скажем, да? Я думаю, многие смотрели сериал. Я вот тоже посмотрела накануне нашей встречи. Как вам?
Я впечатлена. У меня сейчас будут дополнительные вопросы, но давайте я у вас спрошу, как вам? Ну, однозначно это было безумно интересно. И вывод для себя, который я сделал, что сниматься в кино — это безумно тяжело. Ну, продолжать хочется? Но если предложат, если будет какая-то возможность, конечно, я отказываться не буду, потому что, опять же, это было очень интересно, такой опыт. Но менять профессию, наверное, я не стал бы. В чем главная сложность? Что там было для вас прямо совсем в новинку и такое непростое? Главная сложность была в том, что мы, артисты балета, мы не умеем разговаривать. Особенно мы сегодня не заметили, конечно, но я поняла, да, но на камеру, да еще текст, который тебе дал. Да. И особенно... правильно, с дикцией. Вот у меня, допустим, проблемы с дикцией. Я как бы не обучен этому мастерству именно, ну, все звуки выговаривать. С этим были большие проблемы, когда я снимался. Женя там, конечно, мне... Мастер-класс преподал, да? Да. На самом деле, потрясающий режиссер. И как человек тоже очень хороший. Мы так достаточно тепло общались. Помогал очень сильно, не без каких-то, знаете, вот... Но он понимал, что это не моя профессия, и достаточно много там было артистов именно балетных. Это был для него, наверное, риск, но он на него пошел и... И сопровождал вас в этом общем риске. Да, он очень сильно помогал, и, это конечно, здорово. Без него, наверное... Ну, во-первых, без него бы не было этого проекта, но в целом я бы, наверное, никак бы ничего бы не сделал. Многих прельщает артистов как раз-таки театральный мир, потому что здесь каждый вечер проживается прям отдельная жизнь, от А до Я. В кино совсем другая история, тоже она привлекает многих, каждому свое, когда сцены могут и не в хронологическом порядке сниматься, и на одной можно зависнуть, много дублей делать, другая, где ты готов еще поработать и раскрыться, а режиссер говорит: так, достаточно, поехали дальше. Я права, было такое? Конечно, да. Один день у меня была рабочая смена, 20 с чем-то, 21, по-моему, час, как вот я приехал, и мы снимали почти все картины, которые были сняты, все, как это называется? Эпизоды. Эпизоды, да, где я был, почти были сняты в этот день. Мы там переезжали с места на место, потом застряли в одной квартире почти до вечера. И, конечно, вот я, например, я не смотрел сериал. Почему? Я не знаю, мне как-то страшно. Не бойтесь, он прекрасный. И я даже не знаю, как в каком порядке они идут. Вы там совершенно другой. Я сегодня вас увидела и думаю, вот. Да. Я себя поймала на той мысли, как мне иногда говорят люди, которые меня вот вживую видят, настоящую, и говорят: мы вас другой представляли. И здесь. Я подтверждаю, так оно и есть. Ну, там все-таки, да, немножко другой образ был тоже. Это мне, я вроде бы играл самого себя практически, но... Какие-то все равно комментарии были. Но вот насчет того, что, да, все эти дубли были... И переснимали, мы 3 часа снимали первую сцену. И я там был в одних трусах, было холодно, ужас. И дом был, какая-то квартира была, знаете, такая вся вот очень старая. Да. И окна, все это дуло, еще холодно. Это было, по-моему, ноябрь, в общем. И я помню, что мы отсняли, я уже дрожу. Побегают, ну, девочки, которые костюмеры, там меня накрывают одеялом, я стою, там чай, все вот это дело. Потом еще раз, там, пока меняют, тоже, да. Да, пока меняют пленку, мы еще снимали на пленку вообще, и они, получается, все, снимаем, раз, я опять ложусь. О. Но это было круто. 21 час, 20, ну, по-моему, даже больше, или 21. Может, точно есть что вспомнить. По-моему, была смена, и я все это время, представляете, я стоял на ногах, я даже практически не садился. Но я не заметил, как это время прошло. Там, потому что вот мне было так интересно, я все время моя голова торчала и смотрела, что же там происходит. Это вот за кулисами, это было, конечно, фантастика. Столько всего. Сериал вы не смотрели, но весь сценарий, я-то думаю, прочитали точно. То есть вы... Куски только. А у меня тут предполагался вопрос другой. Давайте подыгрывайте мне теперь. Все-таки... В данном сериале и во многих вообще фильмах о балете, о театре представляется этот мир как полный каких-то коварных расчетов, хитрых схем, когда амбиции человеческие порой вперед выступают, чем чистота сердечная, да, какие-то добрые помыслы, когда конкуренция просто вот большими буквами это слово напечатано.
Это все-таки больше для зрителей такой ход, представить эту сферу, так знаете, краски сгустить? Или все-таки в больших крупных театрах без этого и не обходится, это составляющая этого мира? Как ну, знаете, как-то вот у нас в театре я этого особо не замечал. Ну, конкуренция есть всегда, и она, наоборот, хорошо, когда она есть. Без конкуренции не будет роста, абсолютно. Поэтому она должна быть здравая, дружеская, вот скорее у нас она такая. В каких-то других театрах, наверное, ну, слухов много ходят. Я там не работал, я сказать не могу. Наверное, может быть, раньше так было, когда, вот знаете, там рассказывают истории про стекла в пуанты. Наверное, когда-то, может быть, это было. Сейчас я такого не встречал. Единственное, у меня было случай на конкурсе, мне костюм попортили. Вот это единственное, что... Ну, чуть-чуть. Не случайно, да? Наверное, не случайно. Но... И у ребят тоже, у моих друзей были такие ситуации. Наверное, что-то есть однозначно, но в нашем театре, слава богу, этого очень мало. Скорее, это дружеская конкуренция, которая помогает и стимулирует друг друга, помогает расти. Вот спасибо. Сейчас в нашей программе время небольшого блиц-опроса. Mm-hmm. 5 коротких вопросов для вас. Тут, с одной стороны, просто, с другой сложно. Отвечать нужно коротко и быстро. Давайте попробуем. Mm-hmm. Итак, каким вы видите себя через 15 лет? Здоровым, надеюсь. Пусть так и будет. Как относитесь к современной хореографии? Хорошо. Интересно. Но опять же, нужно... Не ко всем хореографам я отношусь хорошо. Какие-то мне нравятся. Я считаю, что искусство, оно очень многогранно и должно развиваться во всех своих образах. И, конечно, это один из них. Помните, как вы заработали свои первые деньги? Да. Во сколько лет это было? Это, ну, если не брать стипендии, то это когда я приехал просто в Астрахань работать, я получил там сколько-то, 2000 или сколько-то рублей на первый месяц. Это было так грустно. Но мы с друзьями, там ребята были из Казани, мы купили удочки и целый месяц ловили рыбу. Это был очень интересный опыт. Хорошо, и в рамках блица короткий ответ и еще два вопроса. Что вы цените в людях? Сложно. Наверное, доброту и отзывчивость. Ну и честность. Угу. И, наконец, а что же вы не сможете простить? Ну, наверное, какое-нибудь предательство. Все так, для всех, наверное, это будет обидно. Потому что это то, к чему человек не готов. Ну да. Все остальное вроде бы можно предусмотреть и... Да, если что, выйти из общения, вот предательство это тяжело. Спасибо. Ну, теперь самое интересное. Поклонники заждались, поклонницы тем более. Как проходит обычный день артиста балета? Вот когда не нужно, может быть, на спектакль вечером, как строится ваше обычное расписание? Во сколько вы просыпаетесь? Ну, в последнее время я просыпаюсь... Потому что ребенок, да? Да, я веду сына в садик. Сложно сказать, всегда приходится, в основном дома, конечно же. Либо, если спектакля нет, то все равно мы репетируем в театре, и в основном солисты репетируют по вечерам, либо, ну, днем и вечером. Конечно, ну, скорее всего, в театре, наверное. Но если есть свободный вечер, то я стараюсь его провести либо с сыном, вот мы на хоккей сейчас стали ходить, либо там музей какие-то, что-то вот интересное для него, потому что он сейчас как раз... Сколько ему сейчас? Ему почти 3 года, и у него сейчас период... И уже на хоккей, уже в музее. А ему очень нравится. Да вы что? Мы когда были... Вот мы сейчас ходили на Сибирь, на нашу команду. Не пугается этих азартных мужчин, которые громко кричат? Но, знаете, он сначала сказал, что... Первый раз он сказал, что мне не понравилось, но я еще раз пойду. И прям он все время высиживает все? Сначала нет, а второй раз, когда мы пошли, он уже высидел все, и даже добавочное время, и, в общем, вот ему понравилось. Да. Он сейчас заболел, к сожалению, и он лежит, говорит: папа, мне плохо, хочу на хоккей. Так, бальзам на душу просто. Наверное. И всей хоккейной команде, и нашему спортивному комментатору, обозревателю Михаилу Дорошенко. Миша, смотри, какие зрители у нас здесь юные. Да, ему очень нравится. Мы вот рисовали ему на щеке там всякие картинки снеговика. Ну, не снеговика, а вот это вот. Символику. Да, символику. У него есть кепка, у меня шарф, в общем, мы... Дружная команда болельщиков. Да, ходим, болеем, да, интересно очень, мне тоже это все это очень понравилось. В музеях тоже, когда вот мы были в Петербурге, когда к родителям ездили,
Эрмитаж ему очень понравился. Мы, правда, ходили там, я там часто бывал, поэтому я знаю, как там идти так, чтобы было не скучно. Мы прошлись по залам, потом рыцарский зал, древнегреческий, и вышли. Ну, час мы там провели, и он был в восторге. Так, что... а в театр приходит ваш юный зритель тоже? Да, конечно. Ходили сначала на детские спектакли, потом вот недавно были на Чиполлино ходили с ним, естественно. Это мой самый любимый балет, и детский спектакль просто гениальный. И он ходил на мой спектакль, на «Спартак». Вас узнал? Даже. Конечно, он переживал, говорил, папа меч забыл. А я там только в конце с мечом танцую. В общем, он... Ребенок 3 лет высидел балет «Спартак». Нет, он ушел с 3-го акта, но 2 акта он отсидел. Слушайте, ну это какая-то фантастика. Вы очень правильно воспитываете своего сына. Надеюсь. Я думаю, что это тут уже взаимный вклад и вашей супруги. Ну, да, давайте. Это... Как состоялась ваша встреча, главное рандеву вашей личной жизни? Пора представить супругу, наконец, потому что ее имя и фамилия пока еще не прозвучали. Считаю несправедливо. Анастасия Пугачева сейчас, она по девичьей фамилии Турчина. В театре она, по-моему, так числится на афишах. Солистка нашего театра, прекрасная балерина. Очень сильно люблю ее и прекрасная мать. Получается, вас театр познакомил? Мы познакомились еще в Астрахани, в том театре. Мы работали вместе 5, наверное, лет или 4 года мы проработали. Она пришла чуть позже в театр как-то. И только последний год вот мы сблизились. Начали уже дружить плотнее. И сюда, в Новосибирск, тоже вместе, сюда уже, да, вместе приехали, да. Как-то оба мы приняли решение, что пора бы куда-то уехать, что-то больше искать и вместе, да. Опыт общения в рамках программы «Рандеву» подсказывает, что, конечно, с одной стороны, два творческих человека вместе в одной семье – это всегда взаимопонимание, это понимание природы профессии, это понимание занятости. Но тогда возникает вопрос, на чьи плечи ложится быт, как реализуется искусство распределять обязанности уже в обычной жизни? Как вы договорились? Кто за что отвечает? Ну, пытаемся помогать друг другу, конечно, но в основном все лежит на ней, наверное. Угу. Она тянет на себе и детей обоих, и дома уют. Я помогаю, естественно, там я люблю очень сильно готовить, и с этим в основном я занимаюсь. Сейчас вот, когда старший подрос, уже тянется больше ко мне, и стараюсь вот я его занимать. То есть мы уже вдвоем куда-то ездим, там проводим время, чтобы мама могла поспать хотя бы. Потому что второй, конечно, еще вот он сейчас, сколько, 3 месяца. А второй ребенок — это тоже сын? Тоже сын, да. Как зовут? Саша. Так, 3 месяца? Да. Угу. Совсем еще крошечка. Ну, какой вы папа, мы уже услышали. Как вы считаете, это вас от вашего отца? То есть вот это внимание к детям, желание общаться со своим ребенком, развивать его. Это все тоже и из вашего детства, сложно, вот эта модель? Сложно сказать. Знаете, у меня отец так много работал, что я его очень мало видел. Потому что все-таки, когда он служил в Ростове, он приезжал на 1 день в неделю и уезжал на работу. Потом в Петербурге это стало как-то уже больше, уже стало жить как бы с нами, потому что не надо было ехать в другой город, собственно, на службу. Наверное, как-то от обоих родителей, может, больше даже от мамы. С ней я больше времени проводил всегда, и она больше занималась. Папа, ну, такая у нас у отцов роль. Я тоже все время на работе, бывает, даже не замечаю, что там новое слово выучил ребенок, либо что-то там уже пополз, или там голову держит. Я вот недавно только узнал, что он голову держит, а он уже месяц держит. А я не замечал. К сожалению, потому что я больше, очень много в театре провожу времени. Ну, такая вот у отцов, мне кажется, доля. Что самое главное должен все-таки отец своему ребенку дать вот в плане воспитания? В плане воспитания? Глупости все выбить, наверное. Воспитать так, чтобы он, ну, чтобы стал хорошим человеком, самое главное. А какие-то качества именно вот его уже сам найдет. Главное, чтобы был хорошим человеком. Про то, что вы готовите, очень удивительно, конечно, слышать. Во-первых, от мужчины такое слышать, во-вторых, от артиста балета. Ну, что ваше фирменное? Он, не знаю, много всего.
Наверное... Когда много всего, это вообще браво. Ну, последний раз я вот паэлью какую-то готовила, было очень вкусно. Я нет какого-то фирменного, просто я люблю это делать и все время что-то новое еще. Я очень люблю японскую кухню. Вот, наверное, я, так, собственно, я вот часто там бываю, у меня прям я фанат. И поэтому очень много я японских готовлю вещей дома. И рамен, и разные там окономияки. В общем, удивили. Японскую кухню. Удивили, удивили. Скажите, пожалуйста, а как вам в обычной жизни ваша профессия помогает? В обычной жизни? Ну, никак, наверное, я даже не знаю. Ну, только если люди узнают, но только боль доставляет. Да, нельзя, с нашей профессией нельзя там на коньках кататься, нельзя на лыжах кататься, только ограничения сплошные. Много есть нельзя. В жизни, наверное... Но опять же, она помогает наши... тем, что заставляет о себе не забывать, да, эта профессия. Да, знаете, вот так, наверное. Отработал и забыл, это не тот случай. Ну, здесь вообще в целом это не тот случай про нашу работу, потому что это неотъемлемая часть. Даже, наверное, вот то, что там происходит, это такой маленький вот кусочек личной жизни, он... В основном моя жизнь здесь происходит. Поэтому представить как-то себя без театра, это я просто не могу. Это вот все моя жизнь. И театр, потом... И дом, тем более жена еще балетная. У нас как бы... Балет кругом. Все здесь, да. Мы опять же все о театре, все о каких-то там ролях, все обо всем. Вот. И моя жизнь здесь. Угу. Ну, семья, конечно, это в первую очередь, но вот именно какое-то мое вот... Я именно какой? Я артист, артист балета, поэтому я вот здесь. Моя жизнь проходит в театре. Возвращаясь к тому, с чего мы начали... В преддверии Нового года встречаемся. Что бы вы сегодня хотели пожелать нашим зрителям в новом году, наступающем? Да, надеюсь, следующий год будет лучше, чем предыдущие два, три, когда у нас все это началось-то, еще с ковида. И самое главное, это, наверное, здоровье. Это очень важно, здоровье близким, чтобы в семье все было благополучно, и никто не ругался, не ссорился. Чтобы все было тепло, с любовью, комфортно, уютно. Я вообще, на самом деле, рекомендую ходить, ну, и в театр, особенно в театр. Музей, любое искусство, оно развивает личность, развивает человека. У нас прекрасные постановки. И я всегда рекомендую приходить именно на спектакли. Не обязательно, даже если он даже не понравился, спектакль должен оставить какие-то эмоции. Если это негативное, значит, что-то тоже удалось. Не нужно ставить какой-то крест, там, если не понравилась постановка. Можно сходить на другой состав, можно сходить на другой спектакль. Нужно развивать детей, развиваться самим, ходить как можно чаще. И слава богу, что здесь прекрасные постановки. Я просто знаю другие театры, где очень сложно сказать так. А здесь есть что показать, есть чем гордиться. Поэтому всех жду и приходите. Я вам желаю, чтобы творчество, вдохновение всегда были в вашей жизни, и чтобы счастье и любовь в вашей личной жизни тоже всегда присутствовали. Спасибо. Спасибо вам большое за этот интересный рассказ. Дорогие наши телезрители, до новых встреч уже в новом году. С наступающим, и пусть все у вас будет очень хорошо. Thank you.